Самуэля Лонго использовался в роли столба, и Кучо Эрнандес, легкий форвард, ему помогал. Вроде бы получалось неплохо в первых матчах у этих футболистов взаимодействовать, но на самом деле результативность оставляла желать лучшего. Но Ареал реализует свой момент. Гаррет Бейл на 8-й минуте ударом с лета забивает эффектный гол, и гости выходят. Передачу Лоренте выполнил на правый фланг. Адриасоло, его не атаковали. Вообще-то ждал действия от Адриасоло. Тут подготовил подачу, увидел, где Бейл располагается. Очень удобный навес. И в то же время не сумел Мирамон удару помешать. В общем, футболисты Уэски от начала до конца не доработали в этом эпизоде.